Всем привет! Сегодня хочу показать результат обрезки и прививки адениума, которая была сделана 3 недели назад, то есть это 22 марта. Здесь было сделано 2 прививки, вот как вы видите. Полное видео по прививке можете посмотреть на моем канале. Ну а сейчас буквально 30 секунд я напомню, что я делала. Сейчас я хочу снять вот эту пленку, она не нужна ему, он хорошо уже, все прививочки срослись. Как вы помните, он был таким длинным, таким худым хвостом. Вот я его обрезала. И вот эти прививочки, посмотрите, как прекрасно срастаются. Прекрасно. За счет этой обрезки у него утолщается каудекс. И будет он такой, знаете... Крона такая у него будет пушистая, потому что он весь, видите, в этих подросточках. Причем у него везде появляются отросточки по всему. Но вот эти, наверное, скорее всего, придется потом убрать, чтобы у него он наращивал вот этот каудекс. Ведь прошло всего 3 недели. Посмотрите, как он хорошо все заживает у него. Вместо сращивания через несколько месяцев вообще не будет видно. По этому эксперименту можно сказать, что на сеянцах молодых очень хорошо и быстро затягиваются вот эти все рубцы. И вообще правильно будет, если адениумы формировать именно с маленького возраста, чтобы они сразу набирали формы и выглядели очень красивыми. Выводы, конечно, делайте сами, но мое мнение – это нужно их формировать с маленького возраста. Все в наших руках, так что экспериментируйте, ничего не бойтесь. Ну все, всем спасибо, пока-пока. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Следующее видео смотрите про мой гигантский стефанутис.